В галерее безопасности Мурманской области наградили ребят, победителей научно-технического конкурса. Также молодым изобретателям показали современные гаджеты. Тепловизоры и квадрокоптеры – лишь малая часть того, что есть на вооружении у спасателей. В Мурманске спасатели вручили дипломы и памятные призы школьникам, которые стали победителями конкурса «Юные изобретатели спасателям». Ребята представили на суд строгой комиссии сконструированные собственными руками пожарные сигнализации, спасательные вертолеты и системы обнаружения потерявшихся в лесу людей. То, что дети этим занимаются, то, что они в свои школьные годы открыты ко всему новому, порождают какие-то новые идеи, взгляды, подходы, это, наверное, самый главный результат и главная цель, к которой мы стремимся. Также для молодых изобретателей провели занимательную экскурсию по галерее безопасности Мурманской области. Помимо экспонатов с историей, вроде противогазов и защитных костюмов, ученики смогли увидеть современное оборудование, беспилотники и тепловизоры. Без таких умных помощников спасателям сейчас не обойтись. Камера вот чуть-чуть поворачивается. Немножко, когда будет летать, получается. Там, где может срабатывать стабилизатор. Ты будешь управлять им либо так, так. Для детей такие экскурсии как минимум интересны и полезны. Здесь они могут найти вдохновение и, возможно, в будущем создадут новые креативные модели спецтехники и программные разработки.